что, всем привет! Это Cars Busters, а это моя Mazda. Но сегодня не про нее. Мы запускаем новый проект от Лады до Бентли. Я знаю, что на Ютубе много таких роликов. Кто-то делает от Жиги до BMW, всяких разных. Мы решили тоже попробовать что-то свое. Срок мы взяли до конца года. Не знаю, посмотрим, получится или нет. Решили начать с четырки, либо девятки, может восьмерка какая-то попадется, посмотрим. Но я понимаю, что это будет непросто, но нужно пробовать что-то новое. Поэтому погнали, это от Лады до Бентли. Какая ласточка стоит. Пап, если мне разобьют ебало. Мы просто купить хотим машину, пусть. Ты будешь оплачивать ремонт моего лица. А, блядь, с какой бак стороны, справа или слева? Авторские перекупы. Такого даже в Майбахе нет. Ну, блядь. Сука, фигни не снимай, это потом. Ну, это не вариант ждать по-любому. Алло. Алло. Здесь, бля. Бля, братан, везде очереди, пизда. Я же механик-то от бога. Я по машине звоню, продаете еще? Слушай, ну вот, посмотрел варианты. В принципе, интересно, есть три машины в избранные добавили. Сейчас будем звонить, узнавать. Если что, сразу поедем, заберем. Я думаю, сейчас еще скидочку сделаем за срочность. Все, погнали звонить. Алло. 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 Алло, Да, добрый вечер. А слушайте, по машинке звоню, продается еще? Да. А можете это, рассказать, как она вообще в состоянии у нее, что пробег не крученный, не? Два. Так, а слушайте, а посмотреть, как вообще можно? В любой день? В любой день, конечно. Ага. Окей, ладненько, все, сейчас тогда подумаем, и если что, подъедем, позвоню. Хорошо. Спасибо. Только найдите заранее. Да, конечно. Что-то там суета у них какая-то. Дети кричат, плачут. Нормальный варик, я думаю, стоит брать. Я могу сейчас сказать, что, блядь, мы приезжаем, у нас 150 на руках, и мы приезжаем, покупаем машину. Если ты хочешь купить, мы купим сейчас ее. Нет, ты скажи, а мы просто не приедем. Разговор может быть записан. Здрасте. Да. По машине звоню, продаете еще? Да. А скажите, пожалуйста, что по торгу есть вообще? Нет, вообще нету. Вообще никак. Даже побольше будет сейчас цена. А, у меня просто 150 на руках, я сегодня приехал, забрал. Ладненько, слушайте, ну, если не продадите, я там позвоню сейчас после выходных, может, а там встретимся, я тоже просто в Кудрово. Ладненько, все, спасибо. Блядь, совсем ебнулись. Не, говорит, ни торга нет, еще выше цена будет сейчас. Алло. Здрасте. Ну, блядь. Сука, не хотят денег получить люди, блядь. Продайте им, блядь, машину нам, пожалуйста. Алло. Здрасте. А по поводу машины звоню, продаете еще? Че, она как вообще по состоянию? На ходу нормально ездит? Да, все, на ходу нормально ездит. По цене что, он 105 достоит? 105, да. Окей. Все, окей, тогда завтра созвонимся, спасибо. Нормальные люди в доллары бабки складывают, а мы в Ладу. Пиздец. Короче, посмотреть можно, сейчас только один вариант, это который в Гатчине, и то, блядь, он сказал, что он уехал, блядь. Короче, погнали, все. Здравствуйте. По поводу машинки звоню. А можно посмотреть ее? В ближайшее время получится или нет? Ладненько, все, спасибо, сейчас подъедем туда, посмотрим. Какая ласточка стоит, а? Вообще топ. Короче, сейчас мы их заберем. А, ну не, диск ржавый, конечно. Слушай, ну по виду у меня даже спойлер есть. 0,3, 0,4. Понятно, что красилось. Ну, тут в принципе... Видно, зазорчик, конечно, радует. А, ну вот, 1,6. Вот, вот здесь. Ну, короче, вот это кусок. Вот как раз-таки, вот эта вот часть. Было как раз, что на норме все. Салончик, ну, тоже, ну, надо, конечно, химчистку делать, по-любому. По-хорошему бы еще и диски поменять, блядь. Просто так их защищать надо, что в любом случае. Польешь на ржавчину краской, и что там будет? Проще купить 4 штамповки, блядь, за, не знаю, там, по косарю. Да куда ты их зачищать надо, в любом случае? Как ты просто так, блядь, покрасишь вот эту ржавчину? 140 она стоит, но окей, за 130 мы ее заберем. Ты не продашь ты ее в минус. Да продадим в минус. Если ты ее нормально подшаманишь, да ты ее в минус не продашь. Ой, ты понимаешь, что их зачищать надо в любом... Как ты ее просто так покрасишь? Да, давай ты покрасим. Так все. А смысл от этого видно же будет? Так на фотках не будет видно. Так, а ты что, а как это блядь, видно? Фотки? У тебя что, по фоткам машину покупают? То есть мы будем как эти, как авторские перекупы, такие, приезжай, не бито, не крашено. Короче, надо звонить и смотреть ее прям нормально. Надо звонить, а разговаривать.
Единственный момент, что у вас эта передняя дверь открыта. Не-не, я не буду просто этот поднятый вверх. Это... А через 20 минут, да, примерно, вы сможете подойти? Слушай, ну давайте. Чем мы тогда дождемся, наверное, вас? Это похуй, она под камерами стоит. Дверь открыта. Ну, здорово. А? А что нельзя? Что снимать? Просто машину. Мы просто купить хотим машину, просто мы не будем с ней сдвинуться. Хотя бы спросили, как так. Мы можем вас замалывать. Подожди, не снимай, ладно. Можно посмотреть там? Ваша машина? Для чего? Для контента чисто приехали? Да не, почему? Если нам нужно, нас все устроит, мы ее заберем. Почему для контента? Мы просто хотели еще пару посмотреть, съездить, но этот, один трубку не берет, второй там далеко ехать. Я понял, ладно, я сейчас за ключами сгоняю. Давай, пока да, все. Да, хорошо, без проблем. Значит, такие вообще трюки. Да, на суету подсел. Давай. А ты-то что там спрятался, сидишь? Тут суета наводится, а ты там заныкался. Ржавчинник, арки. Породи тоже сделали. Она у дилера, да, стояла в итоге? Дилер, она стояла с 97, потом у нее на 28 тысяч скинули цену. То есть он ее купил за 60 с хуем, получается? Да. Ну, вложил у нее нормально, она по виду сейчас, воду смотрится. Да, он сказал, сейчас за ключами съезжу и приеду. Просто я думаю, что у него ключи при себе были. Потому что, да, типа, он же машину приехал показывать. Вот еще в конце такой посмотрел, короче, назад, сюда, я такой с открытой дверью, короче, сижу, блядь, и смотрю, не понял. А он подумал, засада, мусора. Бля, он по-любому не приедет. Там уже нибудь с объявления снято, нахуй. Да, сейчас если сбросит, понятно. Алло, что нам ждать? Не ждать? Я, ну понял, все, давай. Ключ, говорит, не могу найти, не ждите. Все блогеры эти автомобильные показывают. Так на изи. Приезжают, тачку покупают, продают тут же быстренько. По факту нихуя нет, все не так. Все намного сложнее. Тем более сейчас в такой ситуации, которая у нас творится. А еще с ценами происходит, и все люди на панике. Любую камеру кто-то видит, сразу все. Снимайте, что снимаете. Плюс попробуй еще что-то найди живое за такие деньги сейчас. И, короче, нихера это не просто все. Что, надо еще до этого дозваниваться? Сука, он сбрасывает. Я не понимаю, в чем прикол, ну вот не брать трубки, когда ты продаешь машину или еще что-то, не отвечать, типа, нахер ты это вообще выложил? А ты в машинах гасишься, а я на себя весь удар принимаю. Если мне разобьют ебало, ты будешь... Я вы с Калиной не вариант, ты будешь оплачивать ремонт Калина. Моего лица. Так, сейчас я ему позвоню, скажу, что мы подъехали. Вот как всегда, на фотках намного лучше все, а по факту приезжаешь. Да, слушай, мы подъехали, вот нашли машинку, сейчас это посмотрим. Доехали до машины. Да, слушай, у тебя там это написано, крышка багажника, да, у тебя есть? Ну и бампер тут, да, у тебя тресну, надо менять тоже, наверное. Да. Слушай, подскажи еще момент, это мы автотеку посмотрели, там, короче, подкручивал, да, пробег чутка? Я, это, ключи-то мы, наверное, не будем просить, что-то делать. Которую дергать не будем, чтобы она не ходила. Ну, лютого прям, ну, чтобы где-то зашкаливало, я пока не увидел. Это нормально, везде 0,3, 0,4, там 0,5 где-то проскакивает, где-то вообще 0,1 там по-разному. Так и задумано, что он так в этот вылазит. По пробегу он сказал, он ничего не крутил. Типа у него как это, как с Эклипсом история была, что на сервисе там он сказал, типа, такую же движуху. На 10 там поменьше, побольше, типа. Сказал, что не крутил ничего. Короче, по внешке она чутка похуже, чем та, но по факту она лучше, чем та, чем первая. Потому что она хотя бы по автотеке чистая. И год у нее какой? 12-й и салон. Ну, я, правда, что-то не увидел, что там в салоне. А, ну он сказал, там этот, там сиденья от Форда стоят какие-то. Там не родные. Короче, под замену только бампер задний. Ну, крышка багажника у него есть. Под химчистить как бы и... А что-то музыка там вырезаны, колонки. Колонки нет в этой двери. В той. А в этой? И в этой нет колонки. А где колонки? Вот вроде 12-й год, да? Типа, ну, все равно пиздец. У этой хоть автотека более-менее нормальная. У нее и по автотеке там видно, что и пробег там, ну, у нее не круче, ни ничего, да. Да, лучше нет. И если он еще скинет, то вообще супер. Че, приезжаем тогда вечером сюда? В целом, все реок, но пойдет. Да ну, че эту девушку дергать, чтобы она выходила? Пусть лучше хозяин придет сам. Чем, да. Про музыку расскажет заодно. Да, куда он колонки пропил. Куда без музыки? Я без музыки не буду ее брать. Либо ставьте музыку мне, или я не поеду. Ты что думаешь, надо вечером ехать?
Да. Надо приезжать вечером смотреть. Уже основательно и приезжать уже с деньгами. Если что, я на ней поеду домой. У него что, колеса-то? Да нет, зима, но без шипов. Тоже надо спросить, аэрокомплект резины есть у него, нет? Так, в общем, что мы делаем? Аккуратней. Хозяин сможет только к 9 часам подъехать. Время 16:23. Мы сейчас домой, чутка отдохнем и к 9 поедем уже сюда основательно. Уже сейчас снимем деньги и приедем, будем договариваться по цене. Если он 20-ку скинет, то мы ее забираем. В принципе, за 140, я думаю, что нормально. Так что все, до вечера, погнали. Состояние как бы менялось цепь недавно. По коробке ничего не хрустит, не, ну, нормально не вылетает. Так, мы посмотрели, там музыки нет, получается, да, передних колонок? Да, спереди колонок нет, но это я покупал, я могу даже предыдущее объявление. А бампер? Бампер у меня, два порога. Он в цвет тоже, да? Он в цвет. Два порога я заказал. Цвет. Ага. Но они еще не пришли. Они... Ну, что, пороги придут, я все дам мне. Да. Давай. На холодную пропердывается мальца, он так. Как в Ауди. По электрике, вот, только стеклоподъемник и передний туман. Тут мотор я не мыл, тут, угу. Потому что видно то, что вот из-под этой прокладки. Тут. Ну, потому что нет смысла его отмывать. А... Если бы я отмыл, отпидорил под капотку, и там можно сказать, ебать, а вдруг там масло хуярит, ну просто. А тут видно то, что здесь не сама головка, а сверху, грубо говоря, стрижка. Че, все? Договорились мы? На 150, да? Ну посмотрим, может нас затянет. Да, мы в нее влюбимся и будем на ней ездить, да, до конца своих дней. Ну что, все, мы ее купили, собираем. Да, Ярослав, все, спасибо. Давай. Ну, все было хорошо, все, давай, погнали. Спасибо. Все, пока. Короче, даем жару на Жиге. Лада Самара, топ за свои деньги. С какой бак стороны, с правой или с левой? Ехал 180 км в час, думаю, ну нахер, в правой полосе тошнил, знаешь, как это, как дед пердет. Я просто днем еще толком ее не видел. Да, заднюю еще более-менее. Надо бы на самом деле по-хорошему перекинуть колеса, блядь, эти туда, эти сюда. Мы же когда забирали ее, этот, подморозило же, и я это, на московском шоссе, что-то думал, это сейчас дай, как... Пожиганишь? Как начал это разгоняться, ее как повело сразу, я бы мне все спокойно. Этот еще все время открывается, я еду как дурак. Мне некоторые сигналят, типа, я так ничего не сделаю. Садишься, давай. Еще надо придвинуться поближе, потому что... Дал тему такая? Что там, что-то, удиви меня. Вау. Такого даже в Майбахе нет. Аукс, Bluetooth, сабиухи. Какие ароматы. Классики. Да. Ароматы классики. Она официально наша. День начался весело. Она с утра у меня не завелась. Оказалось, что это аккумулятор. Хорошо, что только аккумулятор. Вот. Потом еще и замок капота сломался. Пришлось там прикручивать этим проводом в багажнике. Слава богу, что-то и было. Прикрутил, кое-как по правой полосе доехал. В итоге что мы решили с ней сделать? Немного подшаманить, в божеский вид привести. Но пришли к решению, что мы не просто ее помоем, там, похимчистим немного и все. А все-таки сделаем... какие-то там манипуляции, блядь, бампер поменяем, по электрике тут то, что за пары сделаем. Короче, покажу, что мы купили по запчастям. Вышло на 3000, не так много, там дворники вон дороже всего стоили. Кнопки, не работают стеклоподъемники, поменяем, сделаем. Не знаю, получится у нас, правда, это или нет сделать самих, либо надо будет электрика кого-то просить, потому что там по электрике у машины полный пиздос. Везде провода все выведены, блядь. А по факту ни хера не подключено. Ни колонки, ни этот магнитола тоже непонятно, работает или нет в итоге. Стеклоподъемники. Ладно, хоть дворники фурычат. Что еще? Замок. Ну, я сказал, что он сломался, тоже поменяем, поставим. Бампер. Вы уже видели, что нам хозяин ему этот отдал. Хорошо, что он в родном цвете, не надо красить. И покрышки багажника, там то, что видели. Планировали ее тоже менять, но... Сегодня позвонил туда на разборку, они уже закончились, походу спрос на них большой.
Вот, и есть там только в другом цвете, перекрашивать смысла нету, это надо по-любому искать где-то в цвет. Ребята сказали, если будет вариант, они позвонят, если появится, то заберем, если нет, то ну, оставим так, не будем заморачиваться. Короче, самое запарное — это электрика, потому что электрики из нас, блядь, так себе. Вот, не знаю, получится или нет, мы уже колонки пробовали подключить. Ну, либо у нас руки кривые, либо, не знаю, что-то здесь в итоге не так выведено. Посмотрим, попробуем, если что там у ребят попросим, они нам помогут. А, ну противотуманки тоже подключим. Как хозяин прошлый говорит, что они выведены, ну хер его знает, правильно там выведены или нет, может тоже там ничего не работает, надо тоже смотреть. Короче, до Бентли еще далеко, погнали дрочиться с этим говном. Favorite color, money green. Paper. I've been on my grind since I was in the seventh grade. Had my first kid, I was only 17. Always a provider for me. Миш, я же тебе говорил, не снимай это потом. Ты дашь нам ключи этот наборчик какой-нибудь? А? Какие ключи нужны? А хуй их знает. Чтоб крутились. А целый чемодан. Целый чемодан. Благодарим. Пошли тогда, короче, сейчас этот, вертеть, крутить. А ты что мне предлагаешь-то, чтобы я один сейчас тут елозился? О, Кирюха молодец, а Кирюха умница. Такой чемодан. Можно надо даже опять не покупать. Шпаклевку ебануть и сверху краски. Бюджетный вариант. Ну да, но это всяко дешевле, чем новая дверь. Мы сколько смотрели? Сегодня 6-8. И это еще нужно попасть в цвет и перекрашивать. Так а тут что такое вообще? А, нет, тут два. Нам же, в принципе, на этот бампер похуй, или мы его хотим перепродать? Так, один я вытащил. Блять, сука. Ёбаный, блять. Ну вот и как тут без мата, объясни мне, а? Пиздец, блять. Иди найди, блять, сидит, подпёздывает. Нам же надо свой гараж заиметь. Все равно туда надо ключ засунуть. А, ну вот он. Его даже не подцепить никак, блять. Короче, похер на этот бампер, дали сейчас подкрылок снять, там все заржавело, там с полной по-другому не скажешь. Вот, это надо все выдирать, новые подкрылки, потом искать, покупать, чтобы снять бампер и поставить новый. Отдадим, короче, этому новому хозяину бампер, пусть сам дрочится, сам ставит. Вот и все. Короче, все, поработали, поехали домой. Так, что дальше делать? Ай, пиздец. Нам нужен в команду этот автомеханик. Пишите в комментарии, там, кто готов. Кирюха, занят, у него тут ягуары теперь, извините. Ладно, хоть инструменты дал. Кстати, очень удобно, когда это, нету колонок. Можно все вот сюда скидывать. Потом уберем, если не забудем. Попробуем, не знаю, сейчас эту кнопку поставим. Так, подожди, получается вот так. О, вот так вот. Все время путаю ключи, ищу, короче. Не работает ни хера. Окей, давай вторую. Хоть наебали нас с электрикой. Все, я их вставил. Тут вообще вон один какой-то провод торчит. Не, вставил я все правильно. Ну, типа, по-другому они тут не это, никак. Бля, ну давай, конечно, заведем, но, блядь, не думаю, что он... Хер ее знает. Почему не работает? Надо, слышишь? Попроси у Кирюхи электрика какого-нибудь. Пусть он придет с этим, хотя бы посмотреть, идет питание или нет. Давай хоть лампочку попробуем поменяем. Уж на что-то у меня руки должны сгодиться. Так, а она не горит-то здесь? Да, блядь, не пойми, что тут. Я же механик-то от бога, ёпте. Как я докатился в такой жизни. Да, машина, блядь. Не работает ничего, электрика чуть не фурычит. Мы поставили кнопки эти стеклоподъемника, не работают. Мы вовремя, когда начался, мы начали, блядь, покупать, нахуй. Ну да, так ты цену-то сейчас видел, блядь? Ёптать. Так она, 12-го года, она свежая, вся в родной краске, блядь, вообще. Ты цены видел, ты сейчас, блядь, машину там 7-го года, блядь, 10-го, там 8-го стоят по 170, по 180. Слишком сильно, короче, мы заморочились, походу. Надо было делать все попроще. Так, вопрос, как она... Ну,
одну пиздюлину прикрутил, теперь надо замок сделать. Не знаю, надо, короче, я не знаю, как его ставить, надо сейчас на YouTube посмотреть гайд. Туториал, как починить говно. Они что, по размеру одинаковые у них, что ли? Смотри. Да. Я просто привык, что обычно в один больше, в другой меньше. Поставь их чуть-чуть обратно. Все. Короче, дворники тоже менять не надо. Они нормальный труд. Будет этот в комплекте подарок. Этому. Как бампер, как этот. Что там еще у нас? Бампер, лампочка. Зеркало, я думаю, мы приклеим. Опа. Сейчас я протру. Потому что без зеркала ездить такое себе удовольствие, если честно. О, блядь. А как ты это счистишь? Надо какой-то этой. Потому что он тут вообще как этот, как камень, блядь. Давай жигу. Это взял? Арта не. Так иди помогай. Уже, сука. Ну и нахер это мне не нужно, я сам что сделаю. О! 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 Все, поехали давай. В общем, прошло около 6 часов. Сейчас расскажу, что мы в итоге сделали. По факту, толком мы сделали только две вещи. Поменяли лампочку на заднем фонаре и сделали, чтобы капот закрывался. Поменяли этот замок. По остальному скажу так, что мы решили не заморачиваться сильно, потому что пробовали снять бампер, там все заржавело, ни хера там не снять, там надо все ломать, заново делать. А бампер оставили с новому хозяину, а если захочет, пусть сам ставит, потому что, как нам правильно сказали, ребят, нахера вы заморачиваетесь? Это не та машина, из-за которой нужно сейчас что-то тут мудохаться очень долго. Короче, все сделали. Теперь на мойку, по-моему, ее приведем быстренько в порядок и будем выставлять, продавать. Все, на этом мы закончим. Все запчасти новые, которые у нас остались, мы их оставляем хозяину, который будет следующий. Вот, и он уже там сам разберется. Если попадется какой-то такой нормальный любитель автоваза, который любит в них копаться, любит ими заниматься, вот, пожалуйста. Это его вариант. Так, ну, на сегодня мы все заканчиваем. Уже устали, замерзли очень сильно. Поедем отдыхать. Вот, машину забираем, ставим на парковку. И завтра поедем на мойку уже приводить ее в более-менее божеский вид. Операция Bentley продолжается. Каждому своя жизнь, свои комиксы. Короче, новый день. Едем на мойку. Вон в пробке стоим. Сейчас доберемся, там поснимаем, машину намоем и на продажу. Короче, не заморачиваемся, все. А то, что мы реально заморочились, прям очень сильно. Надо быть проще с такими машинами. Так что на мойке включимся. Ой, ёпта. А, вон, мы уже приехали. Блин, я вообще не сюда поехал. А этот, ты чё за мной прётся? За... Пацаны, сдаём назад. Мы не туда заехали, не в тот район. Димон, давай резче. Я всё понимаю, у тебя Audi, ты её бережёшь. Всё, Димон, сикнул мальца, когда я газку поддал. Надо, короче, либо здесь спрашивать. Ну, блядь, нас здесь не помоют, точно. А можно записаться сейчас, подъехать, помыться? Так, адрес подскажите еще раз, пожалуйста. Все, погнали, полетели. Ну, там не записываться, там в порядке же очередь, я сейчас надеюсь, там дороги нет никого. Приехали, в суету навели тут. Одна машина моется, это же не быстро, минут 40. Еще одна стоит. Кашкай, да, которая? А один бокс, да, только работает? 62, один бокс. Понял, ладненько. Так я, нам сказали, в порядке живой очереди приезжает. Узнавали. Я звоню про легковую, слушаю. Ну ладно, короче, очередь. Сейчас одна машина моется, и вторая еще стоит, ждет. Блядь, не знаю, ладно.
Сейчас подумаем, короче. Что, Даня, эта мойка непригодна вообще? Да я суету навел вообще. Пацаны недовольны. Ты когда нормальную мойку найдешь? Да я уже нашел, 10 минут ехать. Да. Так там мойка точно работает? Да, я позвонил же. Там человечек свой. Сейчас все сделаем. Он заводится с полточка. У нас никогда, как запланировано, никогда не получается. Сколько мы уже ищем мойку? Наверное, недолго, но час, наверное. Да нормально, сейчас все будет. Если не найдем, поедем на мойку самообслуживания, я сам ее намою. Думаешь, я тут так крутанусь сейчас? Главное, сейчас нет. Поэтому у нас так мужик смотрит. Да это пиздец, это дичь. Нас сейчас тут сожрут, блядь, если мы так сделаем. Бля, ну тут просто пизда, сколько, смотри, машин. А зачем мы сейчас заехали? Разгонитесь. Ой, блядь. Димон там все место занял, свои ауди, блядь. Стоим, бля. Чё. Бля, да просто нас бы там не пропустили, там уже все начали поджимать, не вариант был. Да не, нормально, тут сейчас два светофорчика. Короче, мы сейчас пока этот в итоге доедем до Тосно, блядь, там помоемся. Ну сейчас такая погода, сейчас везде такая обстановка. Ну да, да блин, вроде думаю, все на работах еще должны быть. Да, вот погода такая, кто не на работе, все. Ладненько, все, спасибо, понял. Да, пожалуйста. Да, хорошо, спасибо. Да. Алло. Что? Че вы где? Едем. Бля, братан, везде очереди, пизда. Не-не, мы на светофоре еще стоим. Да Димон там подсунулся, я не успел развернуться, там меня уже прижимать начали. Типа, думаю, сказали, вы что, типа, мы парни охуели. Ну-ну-ну-ну, и что? Так ничего, я этот, ну, с самого конца стою. А, ты там стоишь до сих пор? Да. Да я, блин, я обзвонил уже все, что, блядь, все занято. По три машины, по две стоят в очереди. Блядь, ты какая-то дичь. Короче, я не знаю, что делать. Последние две минуты я чуть не охрип. Я мы тоже. Приехали. Пиздос, блин. Ну это не вариант ждать по-любому. Это очень долго. Короче, в городе полный трэш. На самообслуживании тоже полнейший коллапс. Надо сейчас где-то встать, посмотреть вообще, что еще где есть. Мы реально, пока мойку ищем, уже стемнеет. Блять, ну ты посмотри, какая очередь. Вот и как тут не материться, объясни мне, пожалуйста. Это хорошая тактика. Поехали дальше. Короче, объехали полгорода, везде все занято, вернулись опять туда же, с чего и начинали почти. Первое, которое самообслуживание было. Хотя бы так, хотя бы так. Он у меня даже не закрыт никогда, блядь. Значит, стоял два дня, багажник открыл и похуй. Заезжайте, кто хотите, берите, что хотите. Блядь! О, российский автопром, блядь. Вот так вот уебать и все. Real view mirror and auto trim at his says. Bless us. Sorry. Да уже поздняк, уже активировали все. Активатор-то, блядь, уже это. Активатором помазали. Всем всего доброго. Всем до свидания. Давай, брат. Он не приклеивается ни хера. Да я уже, я придавил. Ни хера, короче, эти активаторы не работают. Эти клеи, непонятно. Ну что, у нас опять не получилось?